В Ульяновской области ведется обновление инфраструктуры в двух общеобразовательных организациях. Ремонт ведется в школе-интернате номер 87, а также в школе 39 в рамках нацпроекта образования федерального проекта «Современная школа». На ремонт школы номер 39 предусмотрено 10 миллионов рублей из областного бюджета. На данные средства планируется отремонтировать мастерскую строительного профиля, холлы, учебные кабинеты. Более 7 миллионов рублей выделено на покупку оборудования. На эти средства установлена акустическая система и школьные доски. Заключены контракты на периферийное, мультимедийное и интерактивное оборудование. На сегодняшний день нами уже закуплено практически все оборудование для кабинетов технологии и для кабинета коррекционно-развивающего обучения. Оборудование, которое мы закупаем, оно тоже рассчитано на детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, на детей с ментальными нарушениями. Детям с особыми потребностями в обучении очень важно создать условия для успешной социализации, дать им возможность поверить в себя и в свои возможности. Сделать это можно именно в школьном возрасте, поэтому в проект вкладываются значительные бюджетные средства. Государством все эти вызовы приняты, и именно в рамках нацпроекта образования создаются вот такие условия непосредственно в образовательных организациях. То есть создаются модели мастерских в тех вариантах, которые, ну, в соответствии там, с различной направленностью детям будут доступны. Благодаря проекту «Современная школа» более 7 миллионов рублей выделено и на модернизацию школы-интерната номер 87. На эти средства установлена акустическая система, беспроводная цифровая лаборатория по физике. Также планируют открыть фото-видеостудию, картонажно-переплетную мастерскую, отремонтировать первый и третий этажи. В рамках участия этого проекта мы обновляем материально-техническую базу наших учебных кабинетов. Обновляется кабинет физики, химии, биологии, географии, кабинет для коррекционно-развивающих занятий. Подрядчики оперативно выполняют ремонтные работы и уверены, что к новому учебному году ученики школ зайдут в обновленные и светлые классы. Да, конечно, мы успеем к 1 сентября. Задействовано свыше 15 человек на объекте. Объем работы дается легко, и, думаю, мы со всем справимся. Программа реализуется в Ульяновской области уже второй год и будет продолжена. Участие региона в ней стало возможным благодаря победе в федеральном конкурсе. В дальнейшем каждая общеобразовательная организация для особенных детей в Ульяновской области получит современное оборудование и материально-техническую перезагрузку. Валентина Никонова, Владимир Куликов, Улправда ТВ.